Областная столица на несколько дней превратилась в столицу красоты и грации. В Самаре прошло первенство России по художественной гимнастике. На него съехали спортсменки со всех концов страны. Почетные гости – участницы юношеской и основной сборных России. Прима российской художественной гимнастики. Лучшая в мире. Олимпийская чемпионка. В разминочном зале Евгения Канаева прячется от видеокамер. Специально. Покорив своим мастерством всю планету, она по-прежнему волнуется перед каждым выступлением. Я не люблю во время соревнований сниматься или еще что-то, отвлекаться на другие вещи, помимо выступления своего. Я должна сосредоточенно быть на своей программе, на своем упражнении. И пусть выступление Канаевой и ее партнерш по сборной вне зачета на турнире «Самаре» расслабляться было нельзя. Спортивный комплекс «Грация» забит под завязку, что неудивительно. Специализированных сооружений такого уровня, по признанию именитых гостей, нет даже в Москве. Каждое выступление, каждое движение оценивают болельщики, подрастающие спортсменки и, конечно же, человек-легенда Ирина Винер. Это новая программа, которую они показывают сегодня России и вам, Самаре, впервые. Только нигде они еще не выступали. Это первые соревнования. Такие, смотр первый. Репетиция перед соревнованиями в Москве, которые пройдут в конце февраля. Гран-при. Другими словами, именно Самаре выпала честь первой оценить труд лучших спортсменок страны и планеты. Почему? Объяснение простое. Наша губерния смогла заслужить особое отношение со стороны федерации и тренерского штаба сборной. И, наверное, это неспроста, потому что художественная гимнастика, она у нас пользуется большой популярностью. На сегодняшний день в области свыше 2000 девчонок различных возрастов занимаются этим красивым видом спорта. К восторгу зрителей новая программа сборной обкатана. Очередная порция автографов раздана. Впереди у наших звезд серия Гран-при с громкими победами, первый шаг к которым был сделан в Самаре. Даниил Беленин, Данил Рыбалко, Андрей Щербин. Вести Самара.